попробую full маг сделать билд. Жир плюс маг. Посмотрим, что из этого получится. Так, всем привет, кто только подошел. Запись рубил. Видосик на ютубчик. Кто посматривает видосик на ютубе, напоминаю, можете смотреть не только видос, но и стрим. Зайти на канал, посмотреть. Вдруг стримчик идет прямо сейчас, кто его знает. Так, фармим, чисто все магическое сделаем. Куплю добавочные заряды. Куплю, может быть, какую-то стамину из зеленых шмоток. Вот сейчас вообще в руку не буду выходить, выйду фул физа, точнее фул магия. Фул физовые билды это уже делал кучу раз, плюс-минус. Сейчас так попробуем. Так, чуть хуже пачку мы постояли, ну ладно, главное, что в нас не впушивают. Остальное не важно. Так, фантомки не даем заряжать об себя пассивку. Перед тем, как линия начнется. Так, хорошо. Стоим. Так, турельки можно пораскидывать. У них там КД секунд 30 как раз. Пусть они отвлекаются, враги на них. Все, я пошел за добавочным зарядом сразу же. Добавочный заряд. Добавочный. Сейчас у нас будет уже 3 турельки, а не 2. Красота. Ох ты ж. Сразу хочет мне турель вынести, что ли? Так, ну давай еще турельку. Выстрелим. Оп. Самое главное это то, что нас не давят. Мы лучше будем давить, чем нас будут давить. Правильно? Правильно, все. Пусть они там где-то все под башней стоят. Это самое важное. Будем забирать у них крипов. Хорошо, вагончик. Хорошая работа, вагон. Вообще можно как будто бы хилку сюда плюс турельку родить. Оп, угу, молодец, мальчик. Неплохо ты мне турельку подпробил. Так, конфьюзер довольно важная вещь. Не забываем про нее тоже. Про закуп. Воодушевитель. Это наш хп реген как-никак. От спирита. Дальше барьер заклинателя, наверное, купим. Хотя можно было его, конечно, закупить сразу же. У него выйти. Отлично. Все, пускай турель работает. Ух ты ж. Многовато урона, конечно, по нам тип сливает. Так, стенку родим. Кстати, как будто бы инфьюзер надо было нажимать под стенку. Потому что там дэмэдж был бы неплохой. Хоп-хоп. Оп. Позабирали вещичек всяких. Продамажили, отлично. Блин, вот это как Тесла. Срабатывает неприятно, конечно. У седьмого дэмэдж. И попадает по нам. А, у вагона хп нету. Ярасик, ну, отвлеку тебя на секунду, но... Ты как сюда попал? Как? Этот, помнишь шатон, который меняет интерфейс? Львуи. Львуи, спасибо. И возможно на кату установить, да? Да, но надо его искать именно. Не в аддон Курсфоржа, а в другом месте. А, сможешь? Хз, где он? Можешь искать. Не помню. Тут к вагону, если он помнит. За такие вещи. Так, взял магию. Барьер заклинателя, отлично. Чуть по твоему хп нахилился вагон. Я даже нажал Z-шку, чтобы тебя больше захилило. Дольше. Так, надо турельку выстроить. Как я ее под себя кинул, не понял. Ну и ладно. А он по мне дал этот стан? Ну ладно, пофиг. Не денай, черт. Ладно, черты денающие попались. То капец, вы шо, черти? Так, стамину куплю. Это та вещь, которая нужна будет нам по игре. Будет полезная, по крайней мере, при перемещениях. Стамина у героя всего 2 штуки, так что довольно маловато. Так, у меня есть ультимейт. Ни на что не намекаю, но, по-моему, пора их душить за тупость. Оп, продамажили молодого за тупость. Кстати, надо было сначала инфьюзер нажать, а потом ульту. Ну это ладно, пофиг. Что происходит? Тебя душат. Ну, кстати, магическая тоже не сам, не так уж и плохо. Задамаживают турельки сейчас.
С барьером заклинателя хороший ДПС идет. Оп, хорошо. Турельку родили. Так, пока без турели, я такой более бесполезный. Без турельки. Надо отваливаться. Я вот не знаю, что замаксить, первый или второй. Давай первый раз, этот раз замакшу. Обычно второй максил на физовой. Давай магический первый замакшу все-таки. Попробуем фул магию выйти. Фул турели прям. Ну-ка. Кстати, крипов нету, на самом деле. Умирали уже все. Так, что, выйти мне в этот быстрый? Быстрые дополнительные заряды? Чтобы КД уменьшить между ними. Хоп. Так. Хилку дропнул. Сам себе. И поехали здесь долбить. Так, сдавай-ка. Я ультую, поехали. Пошла долбежка, поехала. Оп, неприятно им кака. Че, неприятно, да, на севене? Очень неприятно, мальчишки. Так, турельки ломают лицо. Кстати, башни неплохо. Оп, все. Как будто мы снесли довольно быстро. Так, подожди, вагон, я отойду. Чё-то хп маловато. Чё-то маловато хп будет. Я под хилку кину сюда. Инфьюзер нажму какой-нибудь. И похилить за счет инфьюзера здесь даже, отчасти. Хорошо. Так, 2000. Душ. Еще немного и будут дополнительные заряды. Еще пара пачек буквально. Уже хочу это заиметь довольно быстро. Турели, которые ты будешь спамить. Это вообще по кайфу будет. Оп. Так, не надо меня кликать. Не одобряем такое дело. Не уважаем абсолютно. Не кликать по Ирасику ни в коем случае. Так, можно тут турели насрать. Ой-ой-ой. Так, я выслал сюда инфьюзер. А, он как будто бы что-то хочет. Ладно, я подвышел. Ой-ой-ой-ой. Жить-жить-жить. Больновато как-то. Дай барьер заклинателя засейвим. Пусть захилится. По максимуму. Значит, начнет восстанавливаться. Там 20 секунд должно пройти. После получения последнего магического урона. Все, пошло дело. Теперь можно получать урон спокойно. Восстановление пошло, это замечательно. О, вагон, турелька. За 3000 есть. Ты знаешь, насколько я сильный сейчас буду? Офигенно сильный буду. Теперь можно Spirit Life Steel спокойно брать, как будто бы. Оп. Ой-ой-ой. Так, я в этого. Ладно. Сомнительного ульта получилось, он с дальностью играет парень. Вагончик, тут фантомка падаль. Падла. Вот, ее убил, хорош, соло. Соло от Ирасика получается. Нормально. Так, что мне надо апать? Мне надо КДР, скорее всего, либо... О, замедление, ты говорил, да? Ну, блин, подавитель покупать. Так, в падлу, конечно. Может, шардик быстренький, что думаешь? Чисто голый шард купить. Как идейка, вагончик. 9-я минута. Я буду просто срать везде эти турельки по всей мапе. Можно КДР взять. Как вариант еще. Пока что. Пока будет неплохо КДР взять. И фаст шардик. Выходи чисто. А мы еще этот забрали у них. Так, две линии пропущены, да? Я так чисто оставил тогда турельки. И вышел. Пускай дамажит турельки. А там... Фантомка стоит на линии. А я нас на халяву скушает, если я уйду. Я не хочу я на халяву тавер оставлять. Хотя я сейчас умру за это. Да, я умер.
Я слишком близко подошел. Че-то меня прям быстро забирают здесь вдвоем. Хотя это по сути соло фантомка. Мне в основном именно стан прилетел, не из неприятного. Стан, конечно, очень много сделал. То, что я умер тут. Так, хорошо, ну поехали, вагон, раз ты хотел спушить, то я пошел сюда это делать. Я поздно заметил, что ты ушел, потом решил вернуться на линию, потому что не хотел тавер просто так отдавать, и все, я умер за это. Все равно. Оп. Ну я турели насрал. Да капец. Как же много дамага. Не знаю, турели насрал хз. Впитал ульту Вити и просто и умер. Спокойно за это дело. Меня соло Витек убил, получается. Ну и за точка еще дамаг внес. Че там, спушите хотя бы? А, Спирит Лайстил надо взять, точно. Совсем забыл про него. Я ж типа турели дамажащие и все такое. Надо не забывать про него тоже. Так, говна накидали. Турелик. Все, турельки все спушат соло. Точнее, отпушат линию. Че, ты не забрал, что ли, еще вышку там? Как так-то? Бегу, бегу. В натуре не спушили до сих пор, это как? Я ульту Витька вообще-то впитывал. А вы не спушили, легенда. Как так-то? Не понимаю. Оп. Ой-ой-ой-ой, там и заточка, там и... Абрамс, это тут полный капец на самом деле, что происходит. Ой-ой-ой. Блин, может не надо, браза? Я не хочу убирать, браза. Давай, удачи. Капец, а тонкий на самом деле герой, это ужас. Какой-то. Меня просто все давят очень сильно. Короче, я понял суть этого героя. Бегаешь, просто срёшь турели и все. Если собираться в магию. Это весь твой импакт. Пока что. Замедление возьму. Стенка, которая повышает урон на 7 пораженным врагам. Кстати, можно тоже взять в единичку. Стамина, там все такое. Так, вот. Турельку выстрел и пошел дальше заниматься делами. Оп. И типа и можно бегать фармить. Пока что. Пока ничего не происходит. Вот здесь пофармить что-то. Побегать. Кто-то умер. О, минус 1% КДР, отлично. Вот это нам надо бы. Ладно, я думаю, 3 турельки хватит для того, чтобы спушить это. Правильно? Ладно, 4 турели выстрел. И удача. Не, как будто бы у меня... Нифига себе там тип на севене подошел. Потеряли на халяву лицо. Блин, там крипы спушили линию тем временем. Unlucky, конечно. Blue line. У меня турели нету на самом деле для blue line вашего. Но я могу подойти, конечно, туда. Или может Т2 спушить? А, я буду Т2 спушу. Как будто команда там уже поздыхала вся. Unlucky. Ладно. Оп. Ладно, я турели насру здесь. Пусть развлекается с ними потом, в будущем. Нифига себе. Там турели почти уничтожили Севена за секунду.
Подставился мальчик на севене, больновато для него. Получилось, конечно, если было бы замедление, он бы вообще там сгорел. Есть у него какой-то лайфстил? Нету. Немало лайфстила, а хп тоже нету. Unlucky, да? Дзюдис. Так, ладно, это могу и с руки добить. Надо куда-то тоже, пока КД турельки, что-то делать с рукой. Оп, хилочку себе дропну. Пускай будет дело. Стенку в единичку вкачать тоже было бы неплохо. Короче, ладно. Раз турелька. Два турелька. Три турелька. Все, красота. Какие-то файты непонятные бесконечные там у вас. На синей линии. Нифига себе, меня тип сбил. За километр. Офигенно. Короче, да, мне надо шардик купить. Шардиком будет намного проще. Че вы там, парни, звали меня на синюю? Ой-ой-ой. Офигеть. А я быстро умираю, кстати. Так-то. Ну, виска убили, молодцы, хорош. Шо, Тим, я умер. Тим. Чё он, где он? Абрамс, still farming. Что? Какой Абрамс? Наркоман, у нас нет в команде Абрамса. Ну вот и вот и все, нема Абрамса. Фантомка у врагов, кстати. Массу льту не брала еще. Лети за Максила. Типа вампириса хочет. Ну вампирься, мальчишка, вампирься. Пока можешь. Так, я сейчас дофармлю себе уже кое-что. Так, двух турелей тут будет хватит, думаю. Они тут все зафармят. Сюда парочку турелей. Пусть фармят. Так, можно ульту, кстати, вжимать на стаке эншей, правильно? Точнее, на эншей просто. Стаки. Сейчас бы стаки эншей было бы неплохо, конечно. Не отвлекаю? Вообще по кайфу. Ирасик, а ты удалял уже кату, да? Не, ничего не удалял. А сможешь, ну, аддон кинуть в это? Потом. Ну, потом, ну, сможешь кинуть? Ну скажешь, напомнишь после катки. Просто его найти в инете нереально. Там 4-4-0 жить надо, правильно я понимаю? Версия. Просто в инете только 4-3-4, и оно не рабочее. Так, надо шардик. Так, с 1500, кстати, 1500 это грузоцелитель надо купить. Или подавитель. Да, я подавитель куплю. Как ты сказал, типа, чтобы оно замедляло очень сильно, да? От магии. Пурпл, плиз. Ну, поехали, пурпл. Поехали, браза. Твой пурпл, плиз. Хочет так хочет, сейчас приду. Тык. Мудак, не фарми так. Оп. Офигеть, что здесь происходит? Я столько турелей насрал. Надеюсь, я здесь не сдохну. Просто хотя бы за все эти турели пока жив. Я буду жить. Я обязательно здесь выживу. Оп. Нифига себе, Хеза, конечно, наваливает. ГГ Хезе. А парадокс неплохо подсвапал, смотрю, там. Бабаха пошла делать. Бабахи свои. Не, ну, кстати, бабаха такая неплохая получилась. Мне нравится. Постоял в файтике, понастреливал по всем в центре. Красота.
Spirit Life Seal похилил неплохо довольно. Так, говоришь, подавитель надо купить, да? Чтобы враги замедлялись хорошенько. Опс. Оп. Дамажить дело, дамажить. Рвешь соло, пацаны, лучшее. Так, я за шмоткой. Оп, турельку высрал. И пошло делать дальше. Грязь делать. Это будет грязь. Так, мистическое замедление, оно? Типа должно замедлять врагов, говоришь. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Оп. Так, ну я насрал под себя. Нормально. Турелик. Я буду жить обязательно. Так, ладно, там... Вряд ли тип что-то сделает. Оп, турельку добавили себе одну. Оп. А, тут фармит тип уже. Анлаки. На Ирасике. Пришел в место, где уже зафармили все. Нет у вас никаких. Оп-хоп-хоп. Так, а может быть это? Опа, денежка. Нормально, это нам надо. Оп. Отлично. Так, я сюда одну турельку оставлю на всякий случай. Мини-цель нет туреля. Чи мини-турель нет цели. Все, оставили дело. Так, за 1900 что там я хотел купить еще? Вообще жира довольно мало. Надо бы что-нибудь еще на жир купить, наверное. Оп. Оп. Грузоцелитель какой-нибудь было бы неплохо закупить тоже. А где кто от кого откисает, ему понять. Нате вам турельку вниз. Не понимаю. Это внизу где-то? Тип удирает там от всей команды нашей. Как вам тут импактить, не понимаю. Турелька дамажит больше. Короче, говно позиция для этого. Для ультимейта моего. Оп, здравствуйте. Килочку не заказывали? Ух, нифига себе. Ой-ой-ой. Турелька, спаси меня, турелька. Короче, куплю Return Fire сюда. Буду за счет него пытаться выживать. Так, надо что-то магическое еще, да, ну купить. Что я купил такого интересного? Чуть второтирная КДР. Надо КДР апнуть. Это, братки, жизнь моя. 27 тысяч на творцу, типа. На этой, на фантомке. Типа, был бы офизовый, я бы от нее так не умирал спокойно. Ну ладно, пофиг. Вообще, да, зря я по файту бегаю. Мне чисто надо по файту бегать, раскидывать турели, а не драться. У меня же физы 0 урона, зачем я вообще это делаю? Легенда на Ирасике. Мне мне аж керри, типа, не керри, а маг сзади стою. А я на маге пытаюсь драться, бегать зачем-то. Зачем, правда, непонятно, ну ладно. Оп. Ой, хорошо, как насрали мы турели и свалили отсюда быстренько. Все. Я свалил отсюда. Так, блу линия, говорят, да? Блин, у меня уже все по турелям, правда? Ну пофигу. Я тут рядом, если что, побегаю. Хилки вас там покидаю, если понадобится. Парадокс лоу HP. Опс.
Тип сдох. Оп. Хилочка. Не хочет похилиться паренек, не? Так, мне обязательно бегать рядом с командой надо. Хорошо. Чтобы, если что, на меня нападет кто-то, если, ну, сразу был сейф какой-то у меня. Моментальный. Надо что-то фиолетовое, что даст мне КДР. Оп. Отлично, пошел Magic Damage. Пошло ело. Я героическую ауру забыл купить, вот что. Дэмэджа не будет. Кинь все купил, кроме героической ауры. Легенда. Так, героическая аура. Как я мог реально забыть про нее? Не понимаю. Просто все купить, кроме нее. Ну, легенда реально, а? Так, надо срать турельки, не забывать. Турельки, турельки. А мы срём турельки. Хорош, машина. Все позабирали. Так, теперь КДР надо апнуть. Это нам надо 500 рублей еще нафармить. Идти хаточку где-то. О, вниз что ли спуститься? Это здесь низ подвал или не тут? У этого здания нет входа, что? Ладно, пофигу. А, вот тут внизу. Вон. А там есть что-то? А то мне там 10 рублей осталось. Оп. Все, КДР, я сейчас пойду покупать. Файт какой-то начался непонятный. Оп. Но он тут умрет? В любом случае за это. Опа, плюс деньги. Ну ладно, это не мне, пофиг. Мне уже хватает на мои КДРы. Так, и турельки буду, короче, по всему файту. Угу. Ух ты ж. Че надо, мужик? Охренеть. Ну ему вообще пофигу, он просто меня душит. 18-4 бегаю. Бегает тип. Как будто мне не просто КДР надо, мне нужно стамина, чтобы убегать. Я не должен файтиться вообще, я просто должен бегать, срать в турели, все. Все, что должен делать за этого героя. Из именно такого. Высирать кнопки, бегать, спамить по файту. А чтобы я не умирал, мне нужна стамина. Чтобы у меня была возможность выбежать, если что, из файта. Так, а что еще КДР такое взять? Мистическую язвимость взять? Нанося врагу специфический урон, вы накладываете на симулирующий, суммирующий эффект, усиливающий специфический урон, который выносит цели. Кстати, да. Надо еще грозу целителя взять, как минимум. Не забыть. А это вместо чего-то надо брать. А вместо чего? Болезнь заклинателя. Обратка. Но обратка это под сейф какой-никакой. Плюс спирит мощь. З. Хотя сильно ли мне это помогло сейчас? Это обратка. Сомнительно, но окей. Короче, две высру сюда. И пошел отсюда. Турельки, турельки. Мы срем эти турельки. Так, фиолетовое что хотел я? Я уже забыл. Мистическую уязвимость взять какую-то. Да, мистическую уязвимость какую-то возьму. Вместо инфьюзера можно взять длительность. Чтоб дольше эти турельки срались. Дольше висели. Оп. Ладно. Что-то они легенды какие-то. А, ну он сейчас горит же. Офигеть. А нормально турельки всех поубивали здесь? Перешотали? Офигеть. Оп. Давай сюда турельку еще.
И сюда турельку. И сюда турельку какую-нибудь. И денежку забрать у них. Оп, ой-ой-ой. Везде турелек насрал вроде бы, по всему файту. Оп, оп. И еще турельку. Везде по турельке. С кайфом. Пошло дело, поехало. Оп, шардик. Две турельки высрали. Красота. Все. Пускай турели развлекаются там. Оп. Воскресить турельки. Ля, красота. Невероятная. Так, ну я с командой бегаю нормально. У фантомки есть ульта? Есть, кстати, да. Вот это не прикольно, конечно. То, что у нас ультимейтом. Хилка и первый. Пускай дамажит. Сюда героическую ауру засунуть. Пусть дамажит. Да, просто турельку. Шардика восстановить. Пошли дальше. Лянь, Витька хп заканчивается. Просто из ниоткуда дамажит по нему. О, на блу, да. На блу линии ребята бегают. Фигней какой-то занимаются. Нехороший. Оп. Ой, там не деньги? Или что? Неприятно, да? Под моими турельками драться. Оп. А как? Как ультой воспользоваться, кстати, так красиво? Ой-ой-ой. Оп. На меня нокдаун. Оп. Денежки, денежки. Ох, ё-моё. Ля, как же эти турельки разносят, это капец. Это такая жесть просто турельная. Растущее воздействие возьму. Что там себе тип позволяет? Один. Сюда говна накинул. И сюда тоже. Больше турели, больше. Замечательно. Оп. Сплит мощь, отлично. Красота. Так, шардик. Турельку. Турельку. И здесь турельку тоже. Оп, подстанет что-то немножко здесь. А что, я от КДшил стенку? Он. Ну и пошла ты, стенка. Не то нажал случайно. Парам-парам-пам-пам. Опа. Это мне? Это что? Это все мне, что ли? Короче, пусть дофармливается. Зафармятся спокойно. Эншики. Ой-ой-ой. Оп. Хилка. Героя Каура. Еще турелька. Застанете ее нафиг за тупость. Вот так вот хорошо прям пошло. Оп. Нифига себе вы злые, парни.
Такие злые ребята, это капец. Ультанули аж в нее. Тир 4, тир 4. Так, забрать бусенька. Сейчас пушится. Хорошо. Оп, оп. Тир 5, эндрош. Оп, еще турельку. Ля, ему станом сбил случайно. Точнее, на скиллухе. Мне ничего не было случайного. В этой игре ничего не бывает случайного. Факты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Парни, вы что такие злые-то, а? На врагах, а? Это капец. А что происходит, вообще не понимаю. Ладно. Подвыйти немножко. Вам сюда. Угу. И поехали отсюда, во. Красота. Ну, Рошан это вряд ли. Мистический отзвук. Что даст КДР? Доспех прорицателя давай возьму. Оп. Опс. Оп, насрали сразу же. Не образует уверен вообще, не? Опа, это мне? Опа. Давайте еще. Давайте, парни, конвейер. Кто еще хочет сюда прийти? Конвейер пошел. Соло. Офигеть. Нормальная, слушай, турельная магиниса, смотрю. Пацаны просто на конвейер приехали. Ой, жесть какая. Оп. Ну, поехали, браза, поехали. Оп, захилочка. Ну, тут любой тип, который захочет сюда прийти, это ГГ для него. Опс. Ой, что происходит? Да, не знаю, я бы стенку себе родил бы сюда какую-нибудь. ЭХЗ. Что-то капец больно. Нормально живем. Капец, я здесь жив. Все еще. Пам-пам-пам. Че, шардиком восстановлю себе турельку, да? Не, это капец. Я себе еще этот не купил, шмотку за 9000, за 9700. Можно было, конечно, рефрешером бы еще все заряды восстанавливать, как минимум. Не, не хочу умирать, браза, не надо. Не надо, ну. Ну, долбанный Витек, ну чё ты. Ладно. Чё тут можно взять? Краж спиритизмом, дальность умений. Наклад замедления на область вокруг цели после небольшой задержки. Это сколько КД этой штуки? 4 секунды? Область вокруг цели после небольшой задержки носит рубовым врагам. Дойдет нанесённого урона. Интересно. А, тут все, ГГ, да? ГГшенька. Не, ну,
Гэл, нормально. Неплохо так. Мне интересно глянуть урон просто. Там же 2 или 3 типа просто в меня ходило суицидаться. У больше у меня или у вагона ДПСа? Ну, вагона все-таки 42 на 55. Мы с ним оба закерили эту игру по дамагу. Хотя свинка тоже довольно немало дамажила. Да капец, это дэмэдж невероятно огромный с этих турелей. У меня типы просто вылетает хеза какая-то. Я не знаю, она вроде бы нажала в меня метал скин зачем-то. Или что это было вообще? Или это БКБ было? И сидит, думает, меня убить сейчас. Ну это капец. Просто он думает, что он меня сейчас убьет. Он влетает, он все, он в могилу отлетает сразу же, как только влетел. По кайфу. Так я бегаю просто по файту с турели, все. Они на тебя нападают, а ты сзади сидишь, ждешь, да? Так я понял, я насрал там турелей. Турелей насрал, хилку по себе поставил, обратку врубил. Потому что они меня бьют, кстати, не знаю, вряд ли там обратка много надамажила. Типа сколько она у меня всю игру была, по-моему. Типа нанесенного урона. Обратка 600 урона. А на кой черт я покупал эту обратку? Я не знаю, что с обраткой не то. Но она вроде спирит мощь дает, если правильно помню, 9. Как будто за 1200 плюс 9 спирит мощи, да, на халяву. Еще и сейф какой-никакой. Прям сопроты пуль, всякой фигне. Вроде неплохо. Сколько там мини-турель? 30 тысяч. Блин, ультимейтом получше воспользоваться, на самом деле. Надо еще немножко поиграть, привыкнуть к этому билдочку. То есть, герой очень тонкий. Единственное, что понятное. Нужно... Как он называется? Нужно просто понять, что Мистик Реверб на турели работает. Что это? Мистик Реверб, напомни мне. Растущее воздействие, ты имеешь в виду? Больше урона с каждой тычки, да, работает. И, ну, оно вроде должно работать, если правильно помню. Урон повышается. R2 по урону. Легенда.